Приветствую всех любителей китайских посылок, с вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров с Китая». Сегодня, друзья, у нас посылочка с сайта AliExpress, пришла за 38 дней, 11 дней на белорусской таможне, вот так вот упакована, с фирменными знаками China Post, оценена в $5, и давайте же вскроем. Итак, друзья, сейчас вы увидите, что тут. А хотя что таить, вы это описание уже видели. Итак, я могу уже хвастаться тем, что цвет тот. Обычный пупырчатый пакет, ничего необычного. Итак, друзья. Ух ты, какой пошел запашок-то китайский. Итак, в пакете у нас женские кеды Nike Free Run, я не знаю, какие на 2, ну какие-то Free Run. Это я заказывал Кате. Давайте вскроем. Стоит $26 фирменный пакет Nike. Конечно же, это фейк. Давайте уберемся от этой. Ой, ну запах вообще жесть. Итак, стоили $26. Можно доплатить $3 и попросить, чтобы продавец прислал вам ваши кеды в посылке. Ой, в посылке, извиняюсь, в коробке фирменной. Итак. Очень легкие кеды, вот можете подошву посмотреть, вот так вот она тут гнется, вот так вот они сшиты, ну вот и просил зелененькие, вот тут немножко ниточки торчат, но так, в принципе, вроде бы как неплохие, легенькие, не знаю, конечно, как они будут служить, заказывал, а где размеры, а вот они, давайте же увидим их. Итак, сделано в Китае, размер европейский 40, 25,5 сантиметров. Катя носит 39 размер, но я взял на размер больше, потому что вдруг что? Ну, думаю, должны подойти. Вот такой вот один. Давайте второй посмотрим на недостатки. Кстати, они хоть одного размера, а то помните? Да, одного размера. Внутри вот такая вот стелька какая-то там, какие-то, ну... Сделаны неплохо за $26. Вот еще раз ниточки можете тут все посмотреть. Вот такая вот обувь. Ну, запах этот как на рынке, ё-моё. Ну, вроде все аккуратненько. Надеюсь, ей понравится. Цвет выбирал я. Вот такие вот кеды. Девушки, заказывайте. Я думаю, что кеды неплохие. А все остальные... Включая девушек, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!